Здравствуйте, хочу сделать видеообзор вот такого вот штампика. Я его купила в магазине Наоми, он был в таком мешочке натуральном, фирма штампика Майо, здесь указано. В наборе был штампик вот такой вот силиконовый и вот такой вот скраппер небольшой. То есть вот был такой набор: мешочек, скраппер и штампик. На мешочке вот есть такая небольшая информационная бирочка. На бирочке указано. Сейчас посмотрим. Это информационный листочек от магазина Наоми. Двухсторонний силиконовый штамп и скраппер для стемпинга. Майо серый. То есть вот такую информацию нам предоставил магазин на вот таком вот небольшом компактном листочке, которого вообще не видно, в принципе. То есть никакого, как говорится, дискомфорта не предоставляет и не теряется товар на вид. Очень в этом плане как бы все продумано. Что хочу сказать. Силиконовый штампик вот такой двухсторонний. Подушечки очень такие упругие. Липкость имеют. Я его ничем не обрабатывала, никакими средствами, не полировала, обафи, как некоторые. Вот просто вот такой вот валик для одежды очищается легко. Их в подушечки их, этих штампиков. Вот так вот уже все чистенько. Уже такую коробочку. И хочу вам показать некоторые работы, которые я сделала с этим штампиком. Вот такие, самые мелкие, вот видно. Видите, самые мелкие рисуночки, он все переводит. Очень хорошо. Мешочек отложим. Возьму вот не такую небольшой штампик, диск. Возьмем штампик и сейчас вам покажу, как он переносит, отпечатывает рисуночки. Предварительно обработаем диск ацетоном. Чуть-чуть просохнет. Сейчас закрою ацетон. Я работаю с краской специально для стемпинга. В данном случае мы будем использовать черную краску. Нанесем. Обильненько. Вот смотрите, все хорошо перенеслось. Берем нашу гипсу и переносим. Вот смотрите. Все красиво получилось. Это один наш рисунок. Вот очищаем штампик. Оп, валик для чистки одежды. Очень в этом плане хорошо, легко. Протираем наш рисуночек. Протираем ацетоном. Скраппер, видите, как бы хорошее качество, краска от ацетона не слазит. Бывает такое, что слазит, там краска очень хорошего качества. Так, берем, например, еще раз. Уже сделать полноценный наш декор. Вот смотрите. Чуть-чуть выше сделаем тоже. Вот я чуть его типа как сделала не полностью, он чуть-чуть как бы свисает, но очень красиво получилось. И закрепляем топом. Это вот одна наша работа. Сейчас очистим. Вот смотрите, очищаем. Это мы работали с диском для стемпинга. Сейчас мы его очистим. Сейчас возьмем еще
пластину. Возьмем там какой-то тоже рисуночек и посмотрим, как он будет работать. То есть он работает с диском, это не его фирма. Это фирма, как это называется, Bundle Monster. Вот мы только что работали. Сейчас возьмем как бы его пластину, которая идет тоже фирмы мое. Перенесем какой-то красивый рисуночек, чтобы посмотрели, что он хорошо работает с разными дисками, пластинами, что это не имеет значения, гравировка. Так, возьмем, например, сейчас возьму какой-то такой, возьмем, например, вот этот, ацетоном очистим, не высох, сильно намочил. Сухой протрем ватным диском сухим. Так, работаем обратно с краской для стемпинга. Смотрите, все классно вообще перенеслось, просто супер. Не теряем время, переносим это все на пластину, на наш красивый ноготок. Вот смотрите, все перенеслось. Видели, как бы все самые даже мелкие частицы, все перенеслось. Вот наши две работы. Что хочу сказать по итогам. Штампик очень хороший, очень удобный. За счет того, что он имеет чуть-чуть липкость на подушечках, он очень хорошо переносит самые мелкие какие-то рисуночки, которые есть на вот этих вот изображениях. Поэтому я этот штампик советую. Он очень, им легко работать, и он как бы очень в этом плане, если даже кто-то небольшой специалист по стемпингу, как бы он очень даже понадобится как мастеру, так и какому-то обычному начинающему мастеру, который не умеет рисовать, а хотел бы какие-то красивые ноготки. Так что я его советую. Я надеюсь, что мой видеообзор был вам полезный. Всего хорошего и до новых встреч!